Все не так просто. Не так просто. Это можно скрин делать. 4 золотых. По ситуации рисуйте. Китяо, давай, может, соединимся, все-таки беттер-то... Езжай сюда, Лех. Еду, еду. Пайкалочка, добрый вечер. Выбивал, чтобы... Нет, зачем? Роза, здравствуй. Сокол, слышь? Жара не будет. Сокол. Че? Я сейчас открыл, у меня 4 золотых выпало. Ну, посмотрим, что... Это рекорд. Наконец-то партнеров стали подкручивать. Я очень рад за вас. Ну, сейчас посмотрим, что там внутри. Так, ну что ж, это скрин надо отправить. Ну тут две сайги, две... Ну, я хочу СКС тоже. Давайте так пооткрываем. Не, ну 4... У меня такого ни разу не было, чтобы 4 золотых эти. Давайте 12. Ну что ж. Сюда! Но это еще не все, ребята. Вот сайга, которая мне нужна была. Еще сайга. Стало теперь. Ой-ой-ой. Ну, два нормально. Сойдет. Двое, ну и откуда я удвою? От меня нет такого. Че? Давайте, что вот в этом выпадет? Пишите варианты на Твиче, на Ютубе. Что вот в этом квадрате? И как открыть его? На левый верхний угол? Либо правый нижний? Вот какой, на какой угол мне нажать? Левый верхний, правый верхний, нижний правый, нижний левый. То есть, ну... Выбирайте, ребят. Кто выпадет? Схему. Вот схему я бы выбил. Удовольствие. Арбалет. Ну. На какой угол тянуть? Нижний левый. Все, тяну. Чертеж. Хорош. Хорош, Серег. Так, а с этим что? Что выпадет и какой угол тянуть? Верхний левый, либо правый верхний, правый нижний или левый нижний? Хорош, ты угадал, чертеж. Но нам осталось схему выбить. Че вот? Пишите, ребят. Только вот на вас, надеюсь. Маджиров, здорово. Коряк, еще раз привет. Там фофло коряк пишет. Неужели коряк прав будет? Больше в чате просто никто не пишет. Верхний правый сайга. Ой-ой-ой, коряк, да, ты угадал. Так, ну что, 2 золотых. Так, ну что, давайте вот этот как открывать будем. Одним предложением напишите, как открывать. Левый угол, правый угол, то есть за какой уголок нажать или по центру. И какой предмет. Верхний, правый, СКС. Кто это такой? А тут давайте, теперь тут что у нас? Что у нас тут происходит? Пишем свой вариант. Куда нажать? Центр. Вниз, вправо, вниз, влево. Вверх, влево, вверх, вправо. И какая пушка? Давайте пишем. Пишем. 5. Паш, ну, симулятор. Мы не играем в симулятор водителя.
Было бы здорово. Сайга посередине. Сайга посередине. Хорош, ты угадал. Ой-ой-ой. Один, ну скромненько, да? Давайте, что выпадет здесь? Дульный тормоз еще не видно. Будем сейчас смотреть. Так, что мы тут открываем? За какой уголок нажать? Лев, ну вы все знаете. Так, краска или чертеж? Хорошо, мне нравится ход ваших мыслей. Куда нажать? Да, сейчас, секундочку. Каннибал идем? А вы можете ко мне прыгнуть или как? Зачем? А. Вот с какой целью? А я не знаю. Давай, давай, давай. Что у вас в башках? Мама, тебя башка? Тебе, наверное, лучше сказать. Я последний. Сегодня то, что я видел, я ни одного читака, ни одной катки без читаков. Ни одной. Понимаю. Так, ладно. Продолжим потом открывать. Поехали. И все. Выйдите кто-нибудь на гору сюда. Так, и пока еще откроем. Укрытие. Все, я пошел. Подожди, ты мне скажи, где там в игровом процессе эта фигня? А, сейчас. Забыл. Сейчас, привет. Так, чат, ну что? Клавиш, бой. Перейдем. И... Че тут? Какой угол? Тяну центр, нажимает левый, правый угол, верхний, либо нижний, правый, левый. И какой предмет там будет? Здорово просто. Че дальше? Прицеливание найди. И там сброс дистанции стрелки. Там типа сброс дистанции и сброс типа прицела. Это одна кнопка у них. И просто ее отбинди. Ну, другую кнопку поставь любую. Как вообще удалить? Да, есть такая фигня? А вот просто не знаю. Лёня, ты её сжимаешь? Что это такое? Что это такое? О, реально. Спасибо. Скинок. Сейчас покажу. Задумано! Сейчас пока дооткрываю, у меня джекоины остались. Тихо. Алев. Денис, ты где? Сокол, скажи, левый верхний угол? Либо правый, либо левый нижний? Левый верхний. Нижний. Еще схема выпала. Запись включена. Погнали, лучше отца. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Здорово, Сега. Спасибо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ах, 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 ах.